Расследовать нападение радикалов в Одессе на делегатов съезда «Женщины за мир» снова призвали участницы движения на своем заседании. Форум прошел в Запорожье, на этот раз без инцидентов. Делегаты из 8 областей обсуждали пенсионную и медицинскую реформы. Напомню, в начале июня в Одессе неизвестные напали на женщин возле гостиницы, где проходила встреча, и облили их зеленкой. После очень неприятных событий в Одессе, когда пытались и заминировать проведение съезда, и угрожали женщинам, и радикалы нападали на женщин, то женщины всей страны поддержали инициативу, собрались сегодня здесь, в Запорожье, более 1000 делегатов обсуждают вопросы пенсионной, медицинской реформы и презентуют наш женский мирный план.